Новое удаленное окно многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылось в поселке Озерецкое сельского поселения Габовское. Для жителей это радостное событие. Теперь для того, чтобы воспользоваться услугами, которые предоставляет государство, не нужно ехать далеко. Все дела можно решить в одном месте, в непосредственной близости от дома. Глава Дмитровского района Елена Торшенкова лично осмотрела новое территориально-структурное подразделение МФЦ и ознакомилась с перечнем предоставляемых услуг. Услуги будут предоставляться все те же самые, что предоставляются и в центральном офисе. Поэтому заявителям не обязательно ездить в Дмитров непосредственно, а можно заказать все это и здесь. Так же, как и в Каменке у нас было удаленное рабочее место, вот будет у нас теперь два. Но основные – это Росреестр, который пользуется у нас, ну, скажем так, занимает 60% наших услуг. Росреестр и кадастр. Также большой спектр социальных услуг мы оказываем, соцзащиты. Это и материнские капиталы, это и соцкарты, которые, ну, чаще всего у нас люди обращаются именно за этим. Какие-то дотации, какие-то субсидии к нам приходят оформлять, тоже это такой большой поток заявителей. Земельная имущественная сфера по муниципальным услугам, которые раньше обращались в Кумир, в архитектуру, тоже через нас это все проходит. Единственный момент. В отделении можно подать документы на оформление любой услуги, но непосредственно выдача российских и заграничных паспортов, а также сертификатов на материнский капитал осуществляется в центральном дмитровском офисе на Махалина. Заявитель приносит только с собой документы. Наш специалист, он проверит полноту, комплектность документов, выберет необходимые. И эти документы заводятся в программу нашу, и потом мы передаем в органы власти, где уже непосредственно оказывается услуга. Мы ведем только прием и выдачу готовых документов. На сегодняшний момент по Дмитровскому району у нас охват идет 167%. То есть у нас превышает количество необходимых окон численности на жителей Дмитровского района. Чтобы избежать очередей, сотрудники МФЦ рекомендуют пользоваться электронной записью через сайт. Прием заявителей в поселке Озерецкое будет осуществляться 3 раза в неделю – по понедельникам, четвергам и пятницам. Расположилось удаленное рабочее место Дмитровского МФЦ по адресу улица Дорожная, дом 45А, здание торгового центра. Кстати, с недавнего времени для всех МФЦ Московской области действует единый колл-центр. Телефон вы видите на своем экране.